Он будет прыгать. Смотрите, это итальянский ипподром. Аж страшно. Ой, молодец. Вот мы с вами в итальянском, на итальянском ипподроме в городе Гена, в горах. Это буквально 30 минут от моря. Лошадки, вот детишки занимаются здесь. Тут такой автобус, на нем перевозят лошадей. А здесь внутри занимаются дети маленькие на пони и на более спокойных лошадях. По кругу ходят. Такое закрытое помещение, если дождь, например, или холодно.